Всем привет, друзья! Вы на канале «Мы в Канаде». Меня зовут Лена, и сегодня наше очередное видео посвященное закупке в Костко. Перед самим магазином мы решили заехать на заправку. И, как видите, особенно в выходные здесь всегда очередь. Мы сегодня еще попали в более-менее очередь, состоящую вот здесь. Сколько? Может, мы приехали, машин 10 было перед нами. Мы уже минут 5 стоим, за нами уже машин 5. Вот, потому что здесь все-таки дешевле немного бензин, чем везде. Буквально недавно уже был по 120 с чем-то долларов за 100 литров. Сейчас опять подросла цена, вот 154 или 156, по-моему, вот на Костко. Это regular. И вот все равно здесь в среднем дешевле, чем на любых других заправках в городе. Чтобы здесь заправиться, нужно все равно иметь карточку Костко, что логично. Вот, и поэтому мы сегодня решили, пока была не очень большая очередь, все-таки сначала заехать на заправку, а чуть позже покажу вам наш заезд именно в сам магазин. Хотела вам показать костюмы, по-моему, уже как-то показывала в одном из видео. Вот мы, наверное, тоже перемеряем наши зимние и, скорее всего, придем за этими. Смотрите, на малышей 37 долларов, два в одном, то есть комбинезон и куртка. Фирма Густи, сказали, что вроде неплохая. Вот видите, такой средняя температура, я так поняла. В общем, 36,99. Две расцветки для девочек, такие розовые, бордовые, и зеленые и синие на мальчика. Так что, ну тут они только до 3 лет, поэтому не знаю, нужно будет посмотреть, может быть, мы уже, наверное, и не влезем. Есть другие, сейчас вам покажу, там чуть дороже, по 69. Вот такая вот фирма, на мальчиков Monster по 69, это уже как раз вот от 4 до 14, тоже та же категория. Вот так вот оно выглядит все, специальными вот этими штуками, чтобы ничего не задувало. Тоже вижу темно-синий и такой зеленовато-салатовый. На девочек розовая, бирюзовая, фиолетовая, тоже по 69, это же цена. Вот оно тут еще и на кулиске. В общем, можно тоже посмотреть такие костюмы. На ощупь вроде как, опс, падает. На ощупь вроде не тоненькие. И ткань такая плотная, думаю, не должна промокать. Так что можете посмотреть костюмы в Костко детские. Смотрите, вот еще на девочек за 19,90 такой набор из 3 единиц. Такая трикотажка, лосинки и футболочка с мини. Они здесь разные, тут и для девочек, и для мальчиков, со всякими героями мультяшными, Paw Patrol и Spider-Man. В общем, такие они как... Похоже на полупижамки, что ли. Хотя нет, видите, даже нет. Это не пижамки, это вот брючки у мальчиков, прям брючки. Причем брючки такие, видите, на чесике. За 20 долларов отличный вариант. Кстати, недавно на Фейсбуке добавилась в группу любителей Костко. У нас она есть именно по Калгари. Вот я думаю, во многих городах есть аналогичная. И там очень удобно, потому что все делятся там, где, в каком магазине, что выставили. Поэтому, кто фанат Костко, думаю, погуглите такие группы в Фейсбуке. Должны быть аналогичных много. Так, курточки 49-59-39. Вот тут в перемешку цена так написана. Не пойму, какие именно почем. Но, в принципе, в этих пределах вы видите, что цена... неплохая, но они такие, как по мне, демисезоночки, не теплые. Вот здесь уже тоже женские, но покороче, вот уже немножко потеплее. Так, где-то пишут, что это Томми, да, вот он. Томми курточка со всем известной эмблемой, 60 долларов. Есть в красном, есть в черном. Ну, довольно-таки теплая, не знаю. Может быть, даже и на зиму пройдет. Поэтому
Видите, тут и известные марки попадаются. Так, это уже парка подростковая, 1044,90. Она вот с такой, как флисовой подкладкой. Тоже в нескольких цветах. Тут еще зеленая, такая фиолетовая. Но это уже больше на подростков, потому что, видите, тут 14-16, 7-8. Ну, это тоже такая холодная осень, как по мне. Вот, в принципе, выбор курток небольшой, но несколько моделей есть. Вот даже что-то похожее на Calvin Klein, да? Да. Эти Calvin Klein курточка такая, на двойной молнии. 84,90. Тоже мужская. Так что есть разные модели. Вот тут уже, не знаю, кажется, потеплее в черном варианте. Эти, по-моему, 149 с такими воротниками в красном и в черном цвете. Так, наши любимые кексы. Все дорожает. Были 8,99 за две пачки, сейчас уже 10. Мы берем обычно вот такие шоколадные и берем с блюбери. Они не такие сладкие, как банановые, но тоже очень вкусные. Вот такие блюбери большие. 6 маффинов на $10 за 2 пачки. Кстати, взяли фарш. Сейчас покажу вам. Упс, тоже были, по-моему, 18 за, по-моему, 3 килограмма. Сейчас вам покажу. А сейчас уже подорожал, уже 20. Вот такой фарш. Здесь свинина, 3 кило, $20. Так, покажу вам еще рыбку. Вот такой кусочек салмона выходит по 29,90 за килограмм. В принципе, так оно за каждую планшетку выходит в среднем $30. Рыба вообще везде в Канаде очень дорогая. Пока что мы не нашли места, вот где прям мы берем именно там. Мы берем обычно, когда здесь, когда в суперсторе. Так, вот это, например, по 15,90, $25 получается за панетку. Сейчас вот здесь мы видим на этот вариант скидка. Была 52, сейчас 25. Не знаю почему, но вот сейчас скидка получается. $15 за две такие филешки. Тиляпия по 17 за килограмм. Выходит в среднем около 30. Вот такая большая штука. И еще какое-то филе неизвестного мне происхождения по 15,90. И это тот же салмон, немножечко другой. Ага, он на шкурке, по-моему, по 25,99 за кило. Так, и вот такая красавица тиляпия, целая, 11,99 килограмм, 23, и дорада по 22 за кило. Вот как-то так с рыбой. Вот показываю то мясо, что мы обычно берем, в этот раз, наверное, не возьмем, потому что еще половина у нас есть. Кусок вырезки свинины по 7,49 за килограмм. То есть, видите, в два раза дешевле рыбы. Получается вот такая большая, тут сколько, 4 кило в среднем, 4 с чем-то, там 3 с копейками. Выходит 28-30-35 вот за такой огромный кусок вырезки. Вот мы обычно берем, режем его либо на стейке, либо на отбивнушке тонко. И вот так получается. Вот есть уже свинина, например, которая порезана кусочками, она по 8 с чем-то за кило. Ребра свиные вот таких тоже за пайках, в среднем по такой же цене, они по 7 с чем-то. И если вот именно не в запайке, а просто в планшетке, в таком формате ребра уже, то они чуть дороже, по 10 за килограмм. Продается уже замаринованная курочка. Ни разу не брали именно в таком виде, но говорят, что здесь с качеством должно быть все ок. Это не так, как у нас, знаете, дома бывает. Маринуют то, что уже вот-вот на подходе. Вот, получается по 8,49 за килограмм, да? Да, 19,90, 18 в среднем за вот такую планшетку. В принципе, неплохая цена выходит. Кстати, сало здесь тоже не дешевое. Видите, дороже, чем обычная вырезка. Вот, в принципе, один вид сала мы нашли. 13,90 за кило.
и то есть не получится взять какой-то маленький кусочек, выходит брать целую вот такую планшетку, и $36 в среднем за. Поэтому мы пока никак с салом не решимся, потому что, ну, действительно очень много, и такой огромный кусок нам пока что ни к чему. Вот такую шпинатную штуку берем, очень вкусная, нам нравится. Сейчас тоже подорожала, была 7 с чем-то, сейчас $9. Вот такая она, как салатик шпинатный. Выходит за килограмм 8,99. Так, решили мы взять все-таки рыбки и вот эти ребра попробовать. 23,40 за вот такую почти 3 килограмма. Фарш, рыба, ребра. И пока что кексы, вот пока что мы... Вот так наша закупка выглядит. Пойдем сейчас дальше. Много замороженных тоже фруктов, но опять же, видите, большие пачки. Блюберри по $15, по 1,5 килограмма $14. Вишня по 16, 2 килограмма. И клубника 2 килограмма 13,90. Кстати, здесь неплохая цена за масло 4,99. В принципе, в среднем везде, ну, плюс-минус так же и стоит. Вот, но я думаю, супер стоит, наверное, 5 с чем-то. В прошлый раз мы взяли по 4,20, была акция, мы взяли несколько пачек, поэтому мы сейчас масло брать не будем. Но вообще здесь тоже неплохая цена. Вот то, что мы всегда берем, это кефир 6,49. Где тут он? Очень вкусный, не кислый, 2 литра, и цена, по-моему, самая выгодная, и вкус очень хороший. И еще мы любим сметану Костка. Она тоже подорожала. Была, по-моему, 4 с чем-то, сейчас 5. То есть все реально подорожало практически на доллар. Наши вареники, которые мы обычно берем, большая пачка. Сейчас вам покажу. Они обычно стоили 10, сейчас 11,50. И вот сметана тоже 5,20. То есть все понемножку в этот заезд. Мы заметили, все практически подорожало. Сейчас в акции, смотрите, M&M's. Получается, 300 килограмм. Стоили они по 15, сейчас 11,99. Ну, мы, наверное, воздержимся, но вам, думаю, покажу. Были бы наши дети здесь, конечно, мы бы не удержались. Ну, а так, воздержимся пока. Здесь дальше уже пошли такие какие-то пивные закуски. По-моему, у меня уже выпуск был, я много показывала таких. А с этой стороны тоже сладости разные. Вот уже 1,5-килограммовая. Изюм в шоколаде. Здесь какой-то микс. 12,89. Я так поняла, вот маленькие кулечки будут с такими сладостями в шоколаде. Вот они здесь с гранатовым, с блюбери, orange and peach. В общем, разные такие фасовки. И эта же штучка, только вот уже конкретно в каждом. Кости, кстати, очень тяжелая, получается почти кило. $10 выходит. Что еще по сладкам? Вот такие печенюшки, конфетки в шоколаде. Ой, падает. 12,99, 680 грамм. Они тоже все, видите, в порции. Каждая в своей упаковке. Шоколад 70%. Какао. $22, здесь тоже они такие небольшие, 22 штучки по 35 грамм. Еще шоколадки вот такие подарочные, $20, тоже 3 вида шоколада в пачке. Так, вот здесь что-то был какой-то попкорн, походу уже все, практически нет. Ага, вот какой-то по 6 с чем-то остатки, видите, там еще видны. Так, 5,90, огромная пачка попкорна, хрустяшки вот эти, претцельс по 13, очень много-много всего. У нас сегодня такая быстрая закупка, потому что мы заехали просто за теми продуктами, которые мы именно берем в Костко. Это в основном мясо, сметана, кефир, вот это то, что нам здесь нравится. Остальное мы сейчас будем, наверное, докупать в Суперсторе, поэтому вот такой у нас получился небольшой выпуск. Если вам понравилось, то подписывайтесь. Ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.